За последние сутки в Одесской области коронавирусную инфекцию обнаружили у 662 жителей региона. Общее количество случаев болезни в области с начала пандемии составляет 51 810. За эти сутки побороть недуг не смогли 4 пациента инфекционных отделений области. Они умерли от осложнений, причиной которых стал вирус. Зато вылечиться удалось 2 людям. В инфекционных отделениях Одессы свободными остаются 11 ковидных коек. По сравнению с прошлой неделей, эпидемиологи зафиксировали уменьшение динамики распространения COVID-19. По мнению специалистов, это является результатом внедрения карантина выходного дня, который вызвал много споров и в обществе, и в профессиональной среде. Глава Минздрава традиционно призвал граждан придерживаться противоэпидемических правил. Ретельно дотримуйтесь, будь ласка, всіх рекомендацій, які дає Міністерство охорони здоров'я, всіх правил, які в нас встановлені в нашій країні. Ця маска, як вона точно захищає. Дуже важливо, щоб ви її користувалися правильно. Правильно – це коли ви закриваєте і нос, і рот, а не тримаєте на підборідді або ще якось.